ребятушки мои, привет. Значит, я запишу небольшое видео, потому что я, значит, заливала вчерашний мой променад, да, вот, и оказалось, что сейчас я вот залила последнее видео, и оказалось, что у меня теперь все остальные видео, там 5 видео, именно внутри, значит, замка, на другом телефоне. А вы знаете, что на другом телефоне у меня нет вообще... Ну, у меня есть сим-карт, но там нету линии, вот. И поэтому невозможно залить те видео. Я такая думаю, сейчас ля-ля-ля, сейчас залью, ну, пока в поезде сижу, буду заливать, да? Ну, не тут-то было, ребятушки, проблема, вот. И поэтому, как бы мне не жалко было вас мучить, я вообще не люблю мучить, я люблю выкладывать все видео сразу, но... Придется ждать моего возвращения с гор. Вот, у нас как-то неожиданно холодно. Вчера была жара, да, сегодня холодно вообще. То есть начался вчера, после того, как мы сходили в жижу, начался, значит, непонятный дождь. Вот, там гроза должна была быть, там набежали там тучи, там такие молнии, там сверкали. Но в итоге ничего не произошло, произошло только какая-то... Какой-то, значит, смена погоды произошла. Вот немножко дождик там повыпадал. И ночью было уже, кстати, прохладно. Вот, я спала очень плохо сегодня. И вот посмотрите, как я еду, да? Ну и ладно, я там утром рано, в 7 утра поехала, но все равно. Вчера в 7 утра было уже жарко. Вот такой вот непонятная смена погоды. И что, пока все не залью, обсуждать ничего не хочу. Я благодарна там за комменты, да. Ну, это, мне очень жаль, что не могу залить больше ни одного видео до вечера. Ну, хотя бы буду вас радовать короткими, видимо, видео. Опять же, поедем, мы когда сами знаете, когда в горы залезаем высоко, нет линии, вот, и там даже короткие видео не поделать. Ну, ребятушки, придется потерпеть, ничего не поделать. Я и так, в общем-то, с вчерашнего дня много залила, вот, поэтому будем ждать вечера, когда я вернусь домой. То есть где-то теперь видео выйдет, ну, потому что я не могу. Я не могу залить, у меня просто 5 видео, да, потом у меня перерыв, и я начинаю заливать уже там еще немножко на замке, 2 видео, по-моему. Я же там еще в лабиринте была вчера, у нас еще лабиринт был, помимо того, что мы еще и в жижу вчера попали, да. Вот, я не могу это заливать, потому что потеряется цепочка, поэтому придется дальше подождать, ничего не поделаешь. Вот, я желаю вам хорошего дня. Ну, посмотреть там других великих блогеров, там, сравнить. Вот, я, значит, благодарна вот новым людям, которые новые появляются. Вот, это очень приятно. Задевают мои крамольные разговоры. Мне это тоже очень нравится, потому что у меня очень... крамольный разговор, действительно, в плане того, что сама идея жизни, то есть я затрагиваю, то есть я не иду, то есть люди там вокруг да около ходят, там плохие, хорошие, нас хотят уничтожить, там золотой миллиард, не золотой, не миллиард, вот, а я пошла круче, да, а зачем вообще жизнь нужна вообще, зачем вообще, и у психологов это считается депрессивным мышлением, это неправда, это не депрессивно, это реалистическое мышление, понимаете? Вот, ну вот вы отдохните от такого депрессивного, значит, мышления, посмотрите других пока, ребятушки, ну что, как бы, простоволосилась, забыла, что у меня 5 видео на другом телефоне. И придется их держать. Там очень все классно. Там как раз вот сейчас вот закончилась тема, посмотрела, что мы зашли в первые залы, да. И сейчас вот там вот арфа, камин, там очень много интересных открытий. Просто вот именно на том видео очень много именно интересного внутри.
там двери вот эти вот, как меня зовут, в двери зайти кто-то там, ну там у меня уже сумасшедшие, у меня же депрессивное мышление. Вот, дверей очень много, не... то есть теперь мы открыли, что двери никуда не ведут, да, вот когда мы были на Палаццо Реале в Москве, да, ой, в Москве, в Милане. И теперь я везде это вижу. Слушайте, это просто невероятное, искусственные финтовые двери, они просто меня сводят с ума, на самом деле, это тяжело, вы понимаете, вчера я изучала, куда некоторые двери ведут. Вы понимаете, что в одной двери даже сделано вот прямо вот на ключ, все закрывается, а в итоге она никуда не ведет. Это просто невероятно, да? Вот так обманывает вот что-то, вот искусственный интеллект. В общем, ребятушки, все интересно, но, к сожалению, вечером. Поэтому погуляйте там по Шевчукам, там по Тюняевым, там. Вот. Пусть они там вас что-нибудь научат. Ну, мои-то девочки не пойдут, я знаю, это мои, которые друзья. Будут ждать, да? Ну, короткие видео, ребятушки, я вам обеспечу какие-то, да? А так в основном придется... Ну, материала просто немерено, просто немерено. Я просто вчера вырубилась, надо было, по идее, заливать. Вот, но я вырубилась вообще. В общем, короче, ребятушки, едут в горы, хоть и плохая погода, но у нас, знаете, тренировка, у нас с Фабио нет плохой погоды, вот, у меня сейчас затащит куда-нибудь там 0 градусов. Пока-пока, увидимся, в общем-то, в коротких видео мы увидимся, если не будет у меня, да, а так увидимся ближе к вечеру, когда вы уже забудете про замок, да, ну, там вот это последнее видео, отметьте себе. И дальше будет вообще просто супер. Но все видео на том телефоне. Вот. Ну и не забываем, что у нас жижа, да, у нас дворец жижи, ребята. Жижа меня вообще просто убила, если даже плохо спала, потому что это невероятно. Надо вернуться не один раз, ничего страшного, даже если там они, интересно, даже не пускают в палаццо. Вот есть у них экскурсия, но она сказала, что снимать нельзя. И все время с экскурсоводом. Вот. Ну, я и туда скажу, потому что сами знаете, что я все равно сниму что-нибудь. Ну, буду стоять рядом с ними, но это стоит того. Потому что такой жижевый концентрат, который нигде в Европе больше нету, это стоит того, чтобы туда еще неоднократно вернуться. Вот. Так что, ребятушки, ждем. Терпеливенько, да. Когда Наташа свернется себе шею. Когда я вернусь домой и продолжу заливать видео с замка. Вот, ну что.